Так я найду, расстреляем. Говорит сотрудник господа, немедленно остановитесь, прижмитесь к обочине. Это походу повторяюсь, говорит сотрудник господа, остановитесь к обочине, прижмитесь, заглушите двигатель, иначе мы откроем вам огонь, считаю трех раз. Нет, 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 нет. Два. Три, немедленно остановитесь, иначе мы откроем огонь. К обочине, к обочине, к обочине. Ты еблан, ты нормальный мегафон, блядь, врубай, а не свою вот эту вот хуйню, блядь. Так, из машины выходим. Полегче с выражением. Тихо, 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 тихо. Из машины выходим. Надо? Основание. Стульник колосой, дворбос, из машины выходим. Что еще раз? Так, здравствуйте, стульник колосой, дворбос, вы задержаны за статью 17.3, вот мычка, ознакомьтесь. 17.3 еще? Где находятся ваши документики? У меня их нет, просто. Так, дай патруль, еще ищи. Ориентировку надо найти быстро. Спроси его, где ваши документы тогда. Все, нашел, сейчас я сфоткаю. Так, хорошо. Вы в этом уверены, да? Так, на груди. Фотоаппарат висит на шее, записан документы, цели, ничего нет. Так хорошо, сейчас я проверю через бортовой компьютер, не является ли данный автовагон. Ну как ты проверишь, номера-то грязные. Где номера грязные? Я что-то не вижу этого. Он не отыграл их, дядя. Номера... Поздно. А-а-а. Ну хорошо, хорошо, mm-hmm. давайте. Давай, отмывай их. Чупа-чупс. Такс. Ну только так, без так, своих так, вот так, этих так. Связочек, по-нормальному. Так, ну что ж, все, сейчас проверю. Номера видно, все видно. Да как видно, они закрашены еще. Я в гетто ездил. Номера на трассе замазаны грязью, нечитаемы. Все уже. Похуй, да? Не-не-не-не, это уже ваш проблема. Вы что-то не то делаете. Так, значит так, все вам еще статья 10.7, нет, не то. Ай, боже, блядь. Так, хорошо, документа у вас нет, сейчас я на печатке прохлопаю верхний источник. Вот, видите, попался гнеда. Взаимно. Нормально говори, блядь, чепуха ебучая, блядь. Взаимно, так. У вас, вам еще статья 12.7, извиняюсь, статья 11.8. Так, вам статья 12.8, у вас, смотрю, есть тяжелый дромбовик, салзи пакет, взял его. Дромбовик? Так, хорошо. Выговаривать научись. Так, хорошо, сейчас достану зип-пакет, смазку человеку со зип-пакет. Ну это медмаска, я сам так, не снять хочу. Так, отказано. Имею право ее носить. Так, хорошо, сейчас достану КПК, понятно, свет фоторочек напротив. Угу, давай, удачи. Так, хорошо. Так, заломал руку человек, повел с собой. В смысле? Почему не идет за мной, что за бред? Так еще раз заломал, повел с собой. По-любому сейчас выйдет. Да подожди. Че за цирк? Почему он на месте стоит? Он вышел. Ай, дебила, кусок. Чупа-чупс.